Благоустроить парки и малые реки, поставить уличные тренажеры и организовать молодежные фестивали, предлагают горожане. Сегодня стартовало народное голосование конкурса «125 идей для Новосибирска». В течение месяца каждый сможет отметить 6 понравившихся предложений, которые, по его мнению, помогут сделать лучше жизнь в родном районе и городе. Михаил Якимов расскажет, как проголосовать. Небывалый ажиотаж вызвал у новосибирцев конкурс «125 идей для города». Организаторам поступило почти 1300 предложений, из них выбрали лучшие. С трудом. Было много действительно остроумных идей. В частности, очень порадовала идея пешеходного транзита. Это идея, автор которой предлагает облагородить народные тропы внутри жилых массивов. Были действительно идеи по-хорошему безумные. Да, это, например, идея поставить памятник пролету Привалова под мостом. Сначала организаторы объединили идеи, дублирующие друг друга, и отсеяли те, которые город не сможет выполнить. Муниципалитет по закону не имеет права тратить деньги на то, за что отвечает областное или федеральное правительство. Затем жюри из 700 оставшихся выбрало 250 идей. Теперь пришло время новосибирцам решить, какие предложения достойнее воплощения к юбилею города. Голосованием определят окончательный список из 125 идей. Каждый горожанин, который голосует, он должен отобрать 3 идеи, проголосовать за 3 идеи для города и любые 3 идеи для района. То есть для каждого района, не знаю, там 3 района это будет, или это будет один и тот же район, но это обязательно должно быть всего в общей сложности 6 штук. Знакомит с идеями газета «Красный проспект». Свежий выпуск в 10 вариантах. В каждом районе свой. На центральном развороте – карта района и предложение местного значения. И отдельно разворот со всеми общегородскими идеями, где они все подробно достаточно описаны. Тоже, ну, как бы хорошо, интересно, красиво, красиво сделанный. Также бюллетень для голосования вырезаете, относите в администрацию района, опускаете в ящик с логотипом 125 идей. Проголосовать за понравившиеся идеи можно и по телефону. Для этого нужно позвонить по номеру 258-77-13. Бюллетени «Телефонное голосование» для представителей старшего поколения. Для тех, кто помоложе – интернет. На дворе 21 век, и заморачиваться, вырезая бюллетени из газеты или звонить по телефонам, уже не обязательно. Проголосовать за понравившуюся идею можно, даже возвращаясь с работы. Для этого достаточно просто зайти на сайт 125nsk.ru. Здесь можно выбрать идеи из общегородского списка и из списка любого района. Голосование продлится до 1 октября. Тогда станут известны все 125 идей, которые воплотят к юбилею Новосибирска в следующем году. Михаил Якимов, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.